голубцы стали неотъемлемой частью каждого застолья уже давно. Вкусное блюдо сочетает в себе овощи и фарш с рисом и нравится очень многим. Мой ребенок просто с ума по ним сходит, поэтому готовлю часто. Несмотря на широкое распространение голубцов на постсоветском пространстве, готовить их умеет не каждый, хотя это совершенно несложно, отделить капустные листья от кочана. Теперь приловчилась, испробуйте рецепт, как приготовить домашние голубцы, думаю, у вас все получится. Подавайте к столу со сметаной или с любым гарниром. Кстати, вместо риса иногда использую гречку, тоже очень нравится. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Вот что нам понадобится. Капуста бело-кочанная, 1 штука, свинина, 0,5 кг, говядина, 0,5 кг, лук, 3 штуки, морковь, 1 штука, томатная паста, 2 столовые ложки, рис, 1 стакан, масло растительное, по вкусу, соль, перец, по вкусу, лавровый лист, по вкусу, количество порций, 10. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующее видео, которое поможет вам вкусно готовить. Еще увидимся!